Мы уже рассказывали о работе военно-патриотической площадки дневного пребывания «Допризывник». Благодаря ей юные славянцы получают очень важные уроки военного дела и настоящего патриотизма. Смотрите наш репортаж из Славянского дома молодежи, где и занимаются ребята. Летние каникулы не только для отдыха и укрепления здоровья, но и для того, чтобы подтянуть свои знания по военной подготовке, позаниматься военно-прикладными видами спорта, познакомиться со своими ровесниками, увлеченными единомышленниками. В Славянском доме молодежи есть все необходимое, чтобы учащиеся военно-патриотической площадки дневного пребывания «Допризывник» смогли получить необходимые им знания и навыки. На уроках в школе они получали азы теории, здесь они получают практику. Мы обучаемся здесь, как действовать в экстремальных ситуациях. В армии, конечно, идут подготовленные они, но мы понимаем, что и девушки занимаются, и парни занимаются, которые некоторые по состоянию здоровья, они не пойдут в армию, но они обучаются, потому что защита Отечества всегда славилась в почете. В нашем мире. Особенно нравятся ребятам занятия, которые проходят в музее артефактов, где размещены экспонаты из времени, когда боевые действия велись на территории Кубани. В музее представлены предметы, найденные кубанскими поисковиками на полях сражений, фотографии, картины. Здесь более убедительно звучат рассказы о подвигах героев Великой Отечественной войны. Тут рассказывают и про сборку и разборку автоматов, и про безопасность при пожаре, про историю нашей Родины и вообще про то, что было во время войны. Мне очень нравится. Практически каждый юноша – будущий защитник Отечества. И такие знания, как армейские звания, рода и виды войск, их особенности – для ребят интересная и полезная информация. Когда дело доходит до практической части – разборки-сборки автомата, желающих попробовать себя в этом деле много. Я сюда пришел, потому что меня позвал друг. Вот он мне рассказал про это, и вот мне стало интересно, я решил сюда прийти, потому что тут весело, есть с кем познакомиться. Так мне нравится тут. Нам будут рассказывать все, что связано с нашей армией, все, что нам пригодится в армии, и вот то, что пригодится в жизни. 4 смены по 20 ребят прошли в этом году через подготовку на военно-патриотической площадке дневного пребывания «Допризывник». Юным славянцам здесь просто очень нравится. Для записавшихся на площадку была подготовлена интересная программа, и она выполнена. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».